Какой рукав выбрать, Йокогама или Прессман? В чем главное отличие? Мы поставляем два вида этих рукавов, и той марки. Йокогама поставляется из Японии, а Прессман поставляется из Китайской Народной Республики. Поэтому, если вам нравится Токио, выбираем Йокогаму. Если вам нравится Пекин, выбираем Прессман. Оба рукава выдерживают минус 55 градусов температуры. Ценовой диапазон у них разный. Рукав Йокогама немного дороже, Прессман немного дешевле. То есть все зависит, откуда транспортируется. Мы находимся в городе Хабаровске, поэтому у нас рядом граница Китая. И поэтому рукав Прессман везется не так далеко. И у него цена немного ниже. Заходите на наш сайт. Итак, лесное дело, рукава. Ваша спецтехника. Выбирайте, какой вам нужно. У нас целый склад. Поэтому мы вам отгрузим любой транспортной компании. С вами был Михаил. На этом все. Всем РВД.